А там сюда вот так, а там нельзя где-то прятать? Посоветуйте, тут что делать. Я вам пробовал и приготовил. Так, а что это? Столб ломается. Там на середине у него есть столб, но ты держишь ни на чем. Надо вот это все, наверное, убрать, подставить или поддомкратить. И я думаю, к этому пасынку другой столб проволокой прихватить и все. Заранее это сделал. Вот здесь выдалбливать или что? Да. Маша, ты стоит, а ты вот что-то не надо. Ты вот не снимай. А второго сделали, Посмотрите сюда, подойдите. Ну-ка, Варвар, иди сюда. Посмотри, сколько ласточек, а? Ты видишь, он гнездо шерсти? Вон оно. Вот. Оно, у него сделано этажами. Вот один этаж, это нижний этаж видно. И они это слюни, их из свиней делают. Шерсти не просто опасен, а смертельно опасен. Он бывает до метра такие у нас там были. Эти вот пузыри, огромные пузыри. Мы вчера тут вечером были уже. Сейчас, Игорь, подойди сюда. Я хотел сегодня поспрашивать это местное староста деревни, фермер Барабаш Игорь Александрович. Вот, относительно сельского хозяйства. Вот ты работаешь, сколько лет у тебя уже земля? 22 года. 22. Ну как считаешь, первый год и сегодня опыта больше? Да немного больше. Больше. Какие у тебя есть? Вот сегодня мы тебя пригласили, а такое бывает, из низов приглашают на заседание, ну, кто по сельскому хозяйству, там, министерство или где-то. Что бы ты им сказал? То есть внутри тебя это накопилось, а сказать-то некому, ну и так и идет. Ну да, один мужик, который вышел, сказал там про одного агронома, так его по всему эфиру разнесли, он дельное сказал-то. А у тебя свой опыт, что бы ты сказал конкретно по самому себе? Что мешает? Что бы ты хотел, чтобы что-то в законодательстве надо посмотреть? Ну, я такие дела не вникал никогда. Ведь это надо добиться, вырастить такого человека, чтобы он не вникал, только работал и все, ну хотя бы предложение. Вот с тобой сегодня вместе за столом сидит министр сельского хозяйства. Он может в Думе провести вопрос. Медведев, как премьер-министр, подпишет, и кое-что изменится там, в налоговой системе, в обеспечении. Ну было, когда новопоселенцы им давали определенные деньги, там было. Сегодня что не хватает для нормального функционирования сельского хозяйства? Все хватает, техники хватает, покупай только, работай. Если желание есть, то земли хватает очень много. А что вот это говорят, что ограничение в количестве коров и овечек? Вроде бы коров сколько было? Я сам не слышал, это только по слухам. Ну а говорят-то как? Ну 5 коров и 20 овец, больше не слышал. А больше нельзя, остальное под налог, да? Похоже так. Ну и то, там что-то в сентябре будет проводиться, это я не знаю. Ну, как правило, люди сразу режут, и ничего больше нет, ни коров, ни овечек. Ну, похоже так. Платить не будет все равно никто способный козлец. Ты поработай здесь. Самое заброшенное здесь. Везде цены, все взлетают, все выше. Продают машины, трактора, горючие, все выше. А пшеница? Чуть-чуть там на процентик там поднялось. То есть, бедный был и делается с этой, как называют, инфляция там или что. Ну, выдумка это, что 72 рубля уже евро одно стоит. Ну, все. Каждый день прибавляют по рублю. Я-то знаю почему. Я говорил недавно об этом. Родился новый еврей, живет здесь, а ему места нету. Ну давай деньги, давай там где-то участок дали, а дальше лоббируют интересы. И деньги ему идут, смотрят. Это грех. Это грех, это, которое не дают заработать, называется кровопивцы. Тебе надо подпереть. И кажется, столб уже наклонен туда вот так вот. Вот это. Туда, наклонен наружу. Я знаю, этот ровно стоит. А? Ровно он стоит. Ровно? Да. Надо все-таки подпереть на всякий случай. Под напором ветра или как. Так, что вы, вернее всего, здесь сегодня сеять?
подсолнухи, гречку, пшеницу, овес, горох. Ячмень, овес и пшеницу точно не выгодно. Надо что-то другое искать. А что, свеклу? Нет, и не свеклу. Ну, похоже на подсолнечники. Подсолнечник, рапс, масличный, лен. Его труднее с ним работать. Нужны хорошие комбайны. А самое простое, это вот зерновое. Можно минимумом техники обойтись, но его, как правило, на рынке много. Его тяжелее продать. В прошлом году примерно сколько ты вложил в сельское хозяйство, вот в это, на поля, и какой прибыток? Ну, процентов 15 где-то выходит прибыли всего лишь. 20 даже нет. Понятно. Я не подсчитывал сколько, но вот... А у тебя кто-то грешку занимал или как? Сколько? Ну, да, около 20 тонн. Приехали, взяли. И взяли еще? Да, расписку дал, говорит, я вот через 4 дня отдам. Ну и все, суд занимается, следователи его не могут взять. Он говорит, а я не брал. Вот и все. И не могут его зацепить. Вот. Я говорю, я один такой, нет, таких, говорит, очень много. Желание заработать у всех есть таким образом. Жулическая страна. Жулик на жулике. Вор на воре, гора на горе. Как Расул Гамзат писал. И вот человек этот, который сделал, я же заранее знаю, и вдруг его ребенка вырастет сын, и вдруг его где-то зажимает, и все, ну почему, где Бог? Бог как раз и есть, вот теперь родительский грех тебе всплывает. А причем, да ты такой же вор, как отец твой, вот почему. А если он покается, покается, значит другое будет. Этот сын избежит, пойдет на правнука, на внука. Это просто надо знать Божьи законы. У тебя еще с прошлого года не... Нет, все продано, это отходы. Отходы? А что это? Пшеница? Это ячмень. А, ячмень? Да. И куда ты его? Ну, заберет на фураж сосед. Ага. Так. Ну, я слышал, что тебе трудно, и даже жена говорила, да бросил бы ты сельское хозяйство, вот это. Да, оно трудно всегда было, и со скотом, и... Я-то тебе благодарен за отходы. Благодаря тебе я голубей держу. Три голубятни. Я голубям каждый день говорю, молитесь за брата Игоря. Иначе мы все амба нам и каюк. Да. Ну что, у тебя в технике недостаток, конечно, комбайн. Я как-то говорил, если бы я разбогател, ну внезапно там, ну, немножко. И евро, 100 миллионов. Накинул бы какой-нибудь. Первое, что я сделал бы, не дороги даже, не школа, а купил бы брату Игорю комбайн, по его выбору, самый современный, а остальное потом. Глядя, как он осенью мучается, глаза не просыхают. Это вообще ужас один. Ну вот, на тебя маленькая обида, это иногда бывает, ты всех ласточек переманил к себе. И в церкви второе гнездо не занято даже. У тебя их здесь просто ни счету нету. Вчера мы были здесь, да тут такой гвалт стоит, не слышно. Видишь как, все облеплено где. Ну, спаси Христос. Может быть, какой министр заглянет в наш ролик-то и скажет, ничего им не надо, все у них хорошо. Только бы хуже не было. У русских главное, только бы хуже не было. Мы совсем смирились. Более терпеливого народа трудно найти. Если его обмануть, тогда он начинает, что попало, делать, ломать. Революции ляпать. А так бы жил, да и все. Все, помочь закрыть? Все, да вот. Так, Сережа, подойди, помоги закрыть. Сейчас посмотрим. Ты смотри, голубком. Все, уходим. Все отходы. Да. Thank you.
Так. Значит, тут только так. Ее надо по два делать. Как это надо обдумать? Это чтобы не обрушилось. Не трогать, посмотреть. Нет, ну вот один. У меня один стол. Остальные все хорошие. Ну один вот стол, подумай. Вот это вот диатора у нас, она без него стоит, это на всякий. Она не нужна, это так просто сделать. Это хорошо. Лишнего убрать, чтобы вплотную его подложить. И на это вот не держится на батошке-то. Потихонечку убрать, чтобы стол. Тут же его стол и полностью упереть. Больше ничего не надо. И спутает, тебе не надо не поднимать ничего. И это можно так скорее сделать. Чтобы не было опоздания. Это самое надежное. И, конечно, осмолей его, пропитай. Так, как эти калашников получилось, сюда же.